Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и мы продолжаем играть в симулятор Робзи 2 в Роблоксе. В игре вышло новенькое обновление, новые локации, новые питомцы, огромная золотая статуя, на которой написано: «Сейчас проходит большая распродажа геймпассов, можешь пойти и проверить». Действительно, геймпассы все подешевели в 2, в 3, 4 раза, вы видите у себя на экране прямо сейчас. Также появились новенькие кодики, и, друзья, перед началом у меня к вам будет большущая просьба. Если вы все еще не подписались на канал, не поставили свой лайк и не нажали на колокольчик, то делайте это прямо сейчас. До миллиона осталось уже буквально 200 тысяч подписчиков, и вы можете стать тем, кто скажет потом: «Я был у Робзи подписчиком, когда у него даже не было миллиона». Друзья, спешите, давайте 3 секунды. Раз, два, три. Спасибо вам большое, а мы начинаем. Итак, первый кодик в игре, это у нас называется Update 2. Вводим, получаем с вами 4,5 миллионов, просто нах... Офигеть, сколько денег, так. И второй кодик называется YouTube, верни просмотры Робзи, друзья. Тоже вводим, получаем плюс 1000. Неплохо. Итак, что мы делаем? Почему мне написалось 4,5 миллиона? А, там, скорее всего, добавилось меньше, просто у меня было 4,5 миллиона. Продаем то, что у меня есть, и мы с вами должны отправиться в локацию, которая у нас новенькая появилась. Так, где у нас телепортик? Телепортик, допустим, ИРХ-5. Нет, ИРХ-4, дальше 5, 6. Вот. Следующая локация у нас стоит 10 миллионов, и мы ее еще с вами не открывали, потому что, естественно, это новая локация. Так, давайте немножко пока под вас... Я понял, я забыл одеть питомцев, ребята, сорян. Сорян, простите меня, пожалуйста, 0,4, 0,5. Так, кого лучше одевать? Наверное, конфетных, 1,4, 1, вот, 1,6, а это сколько? 1,3, 1,3, 1,4, 1,4, стоп, подожди, у меня же куча... Я же могу одевать 7, я понял, я вспомнил, я могу просто одевать 7 питомцев, да, чё я торможу, ребят? У меня же здесь куча доната задоначена, поэтому я могу себе одевать. Так, ну вроде бы все, 7 питомцев я одел, и теперь я с одного тычка получаю не 25 тысяч, а 265 тысяч вот этих, вернее, шестеренок. Ну окей, погнали фармить. Посмотрим, что у нас там добавилось, что ребята придумали в новых локациях. Так, на shift же у меня скорость бега. Боже, я все время забываю. У меня же здесь все есть. Так, мы с вами нафармили уже 2 миллиона шестеренок. И продолжаем фармить, потому что мне нужно 4 миллиона. Подожди, я могу уж продать это все дело? А продаю я все это дело на, блин, 7,8. Не хватило. Я думал, кстати, что хватит. Так, отправляемся снова отсюда и начинаем фармить дальше. То есть нам нужно примерно еще 2,2 миллиона. Ну, не примерно, а точно 2,2 миллиона. Поэтому, друзья, продолжаем фармить. А дальше нужно будет... 25 миллионов. Вот так вот, ребята, придумали. Окей. Сейчас вам будет и 2,2 миллиона, и 25 миллионов. Поехали. Так, 2,65. Все, нормально. Нормально. Быстренько все это дело продаем. Нажимаем телепортик и отправляемся в шестую локацию. Так, где наша новая продажа? Где наши новые питомцы? Сейчас чекнем. Так, лацак, локация за 9 лямочков. Да, хочу купить. Спасибо большое. Итак, здесь у нас игрушечная... Cell X2. Вот это вот интересненько. Вот это вот мне нравится. Так, дальше у нас еще снежная локация. Окей, погнали фармить. Здесь у нас продажа двойная. А есть там новое яйцо? Да, есть новое яйцо. Мы должны нафармить. Обязательно нужно нафармить с вами новое яичко. Сколько? 530 тысяч я фармлю с одной тычки. То есть, если я фармлю сейчас 530 тысяч... А я убиваю, подожди, шестеренку с одного удара. Так, не, нужно... Два раза нужно, прикинь, копнуть. То есть, два раза приходится копать. Ну, ладно. Копаем так копаем. Сколько там я буду получать, я пока без понятия. Давай мои розовые кирки. Кстати, у меня кирка самая крутая или нет? Я уже и не помню. Слушайте, я забыл, надо посмотреть. Питомцы у меня из локации конфетной, а вот кирка у меня, я думаю, что не самая крутая. Итак, если у меня... подожди, у меня 5,3 миллиона шестеренок уже? 5 миллионов шестеренок, а мне нужно насобирать их 12,5. Тулшоп, так, у меня... Да, у меня самая крутая кирка. Бэкпаки мне не нужны, потому что у меня есть бесконечный, ребята. Да, бэкпаков появилась куча в игре. Погнали фармить дальше, по 500 тысяч. Итак, ребята, все, занимаемся этим делом. Нам нужно срочно нафармить 12 лямов шестеренок. Я не знаю, сколько там питомцы новые стоят в снежной локации, но мы с вами все это проверим. Так, давай, 7,4, 7,8, ох ты, ёшки-пошки. Так, 8 миллионов, 8,5, 9 лямчиков, ребята, буквально еще, наверное, 6-7 шестеренок. И мы с вами будем просто по красоте, как говорится. Так, 10 миллионов. 10,6. Боже, нифига себе. Даже с кучей геймпассов все равно фармить довольно-таки проблематично здесь. Хотя какие проблематично? Я открыл локацию буквально за 10 секунд. Так, все, идем продавать. 12,72 превращаются в 25,5 миллионов, друзья.
бабосиков. Бабосиков, коинов, кэша, баксов. Так, coming soon. Так, это у нас снежная холодная локация. Мне не холодно, потому что я робот. Я робот в картоночке. Так, сколько у нас стоит яичко и что здесь за питомцы нас ждут? Здравствуйте. Питомцы 25%, 25 и 0,5. Какой-то чебурашка в шапке. И сколько они у нас стоят? 5 лямочков. Значит так, с одной шестеренки мы здесь получаем лям. Лям 0,6. Значит, получается, если мы с вами сейчас накопаем 5 шестеренок, то это означает, мы купим с вами 2 питомца, правильно? Правильно, потому что мы нажмем продажи, она продастся в 2 раза больше, получим сразу 2 питомца. Итого, давайте включать сейчас математику. Так, кто у нас любит математику? Я не люблю, конечно. Так, давайте, нам получается нужно 7 питомцев, то есть это получается нам нужно сколько? Сколько? 7 миллионов? Не, 3,5 миллиона всего лишь нужно было, подожди, шестеренок. Подожди, питомец 5 миллионов. То есть за... Я запутался, ребята. Блин, я запутался. Я не могу говорить одновременно придумывать эти математические числа. Боже мой. Короче, смотрите, за 15 миллионов мы получим с вами 6. Значит, нужно, короче, 17 миллионов шестеренок. Мы получим с вами всех питомцев, которые нам нужны. Окей, окей, давайте. У нас уже сколько? У нас уже 21 миллион шестеренок. Все, я пошел продавать. Я пошел продавать. Двойная продажа это хорошая тема. Так, и у нас есть 45 лямчиков. Хорошо, хорошо, это 9 питомцев, я все посчитал, я молодец. Итак, погнали открывать, поехали. Первый питомец у нас, я думаю, что 0,5% мне вряд ли выпадет. Так, это у нас зимний кот. Дальше, у нас кто, зимний пес? Зимний пес, видите, я угадал. А третий, кто, зимняя мышь? 0,5%, ну 0,5% это прям не про меня. Пока что выпадают зимние коты, зимние... Подожди, мой инвентарь полон, в смысле полон? Так, удаляем. Просто нафиг все это дело удаляем. Мне они все равно не нужны. Я даже удалю те, которые у меня сейчас есть. Так, потому что они в любом случае они хуже. Так, все, я всех удалил. Погнали дальше. Зимний кот, зимний пес, зимний мышь. Главное, чтобы выбить зимнего мыша сейчас. Зимнего мыша. Зимнюю мышь! Ох, и я, да, уроки русского языка я прогуливал, походу. Так. Снова не то. Так, сколько мы там выбили? Уже штук 7. Ладно, потратим все деньги. Все равно деньги мне, в принципе, сейчас не нужны. Хотя, стоп. Знаете, что я сделаю? Я хочу скупить все рюкзаки. Вот, у меня здесь не скуплены все кирки и не скуплены все рюкзаки. Обидно, обидно. То есть нужно... Так, у тебя больше нет денег. Спасибо большое, что мне сказали об этом. Так, пес дает 2,1, 1,9. Этот наоборот. Так, урон мне не нужен, мне нужны деньги. Если мне нужны деньги, значит, мне нужны коты, ребята. Так, кота номер 1. Так, номер 2. Номер 3. Номер 4. Ну, а остальных мы собак оденем сами. Плюс 3 собаки еще. Все, 7 из 7. Ну, прикольные, кстати, прикольные. Кстати, прикольные. Коты с черными хвостами, собаки с рыжими. И сколько я буду фармить здесь? Ну-ка, покажите мне. 1,5 миллиона. Неплохо, так неплохо. Они, кстати, мне немного мешают. Они прям в упор возле меня летают. Прошлые как-то попроще были, эти такие, они прям массивные, они прям меня облепили, смотри, что делают. Прям нападают как будто на меня. Так, давайте тыкаем этой киркой. Забираем шестереночку. Нам нужно, получается, нафармить с вами... А сколько мне нужно нафармить, ребят? Сколько мне нужно нафармить, чтобы скупить все, что существует в этой игре? Прям вот реально все, что существует. То есть все кирки, все рюкзаки, все, что здесь можно купить, я должен сейчас купить. Почему бы и нет? Мне здесь донатов кинуто столько, что мама не горюй. Прикиньте, когда я вкидывал в эту игру, я задонатил, если бы я сейчас вкидывал бы, я бы задонатил примерно в 3-4 раза меньше, чем я задонатил, когда я донатил. Вот такие дела. Ага, нас получается продажа телепортирует с самого начала. То есть, чтобы продать вот здесь, нужно отправиться вручную в 7-ю локацию. Продаем, у нас есть 45 лямчиков. Погнали, давайте, наверное, начнем с первой локации. Сюда жмем Sell Tool Shop. Что здесь изменилось, кстати, кроме статуи? Ага, ранги. Самый крутой ранг, кстати, Чемпион Робзи. Сколько нужно? У меня, смотрите, у меня самый первый ранг. У меня за сотенчик. Капец. Вот это жесть, слушайте, я Global Details, либо... А у меня сколько деталей? У кого-то 40 тысяч, фига себе ранги вы придумали. Что-то вы с рангом намутили очень жестко здесь. Сколько уже игра, уже сколько, 2 недели, и 40 тысяч дракон только нафигачил. Это жестко, конечно. Вы такую сложную задачу поставили с этими рангами, капец, нужно целыми сутками фигачить. Так, покупаем за 5 тысяч, покупаем за 20 тысяч, покупаем за 30 тысяч, покупаем за 300 тысяч и покупаем за 900 тысяч. Готово. Тут мы с вами все купили. Дальше, идем в бэкпак-шоп, нужно же все купить. Так, это мы купили за 5 тысяч, за 10 тысяч и за 500.
Все, ребята, здесь я все скупил. Так, мы должны отправиться с вами в 6-ю локацию и скупить все в этом магазине. Поехали, начну, наверное, с бэкпаков. За 50 тысяч, за 100 тысяч, за 200, за 300, за 400 и одеть, естественно, бесконечно. После этого всего дальше. За 1,2 миллиона, за 2,2, за 2,7. Ну а последняя у меня и так одета Candy Pickaxe, и она у меня сейчас одета. Это отличный вариант. А я могу переодеть, допустим? Подожди. Нажимаешь на овнет. А, нужно вот сюда нажать несколько раз, тогда у тебя одевается. Красотень, друзья. В общем, прошел я снова полностью игру, друзья. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И, кстати, до этого на этой статуе было написано совсем другое. Если наберется, там, не помню, 10 или 20 тысяч лайков на видосике, то разработчики очень быстро сделают большое и новенькое обновление. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!